Сейчас болеют все возраста, все возрастные группы, молодые, пожилые, и не имеет значения, есть ли у них хронические заболевания. Ну вот если все посидят дома, да, эти две недельки, действительно, наверное, все равно как-то маленько пойдет на спад. Вакцинация, она, получается, обеспечивает коллективный иммунитет. Если вы заболеете, не будете вакцинированы, то вы будете точно знать, что вы упустили шанс. Инфекция, она ходит буквально по пятам, и жертвой может быть не только твое здоровье, но и, может быть, жизнь. Когда их послушаешь, сразу понимаешь, ну, наша помощь им действительно нужна. Хотя бы просто, чтобы они перезагрузились, побыли дома с родными. Снова, каждое утро снова в бой.